Взагалі і рішення сесії міської ради, і відсутність важливих рішень депутатів ради обласної змушують замислитись над реальними подіями в Миколаївському політикумі. Який собака сам вертить своїм хвостом, а яким псом вертить його хвіст? Певні думки з цього приводу у наступному сюжеті. А чи могли якось інакше розвиватися події в органі представницької влади, який позначився настільки гучними скандалами і проявив абсолютну нездатність до самоочищення? Починаючи зі славнозвісної переписки Федора Барни про пасанячий вчинок всієї його фракції, президентської, страшно сказати, партії, цю подію проковтнули, вже практично не згадують. А фігурант продовжує очолювати одну з ключових комісій обласної ради – бюджетну. Когда даже случилось то, что он как бы вышел в фракции, хотя это еще до конца не поставлена точка, потому что не, об этом не заявлено на сессии областного совета. И то, что он сегодня вроде бы как нефракционный депутат возглавляет главную комиссию бюджетную областного совета, ну, в этом есть какая-то свое лукавство. Не Барны, а его же фракции в том числе. Но я считаю, что при партийном подходе к выборам и при партийном формировании, в данном случае, областного совета, что мы там ни говорили, фракции, не фракции, политическая принадлежность, не политическая принадлежность, но все равно туда это все просто теряет какой-то свой смысл. Більше того, ставлення до Федора Барни депутатів від двох, начебто протилежної спрямованості партії, свідчить про те, що перевагу у своїй діяльності та, мабуть, і в житті віддають вони не принципам чи ідеологічним нормам, а якимсь іншим, невідомим мені достеменно факторам. Вчергове представники цих двох фракцій злилися в екстазі, знімаючи першого заступника голови облради. Це був щось схоже на партійно-фракційний шабаш. Простішими словами це сказати. Бо коли я підійшов до колег із БПП, із опозиційного блоку депутатів, кажу, окей, ви ставите по Соколову, є Федір Барна, ми не ставимо підписи. А є ж таке саме подання про його відкликання з голови комісії. Представники БПП кажуть, ми своїх не здамо, ми підписи не ставимо. Підходю до опозиційного блоку. Хлопці, поставте свої ж підписи під подання. Ми підписи не ставимо. Телефонна розмова з тим самим кримінальним авторитетом, якому звітував Барна, людини, чий голос схожий на голос керівника фракції опозиційного блоку Володимира Фроленка, це, мабуть, теж нормально. Ну і головна родзинка – пряма погроза голові облради Вікторії Москаленко від депутата-опоблоківця Олександра Ясинського. Тоді, нагадаю, розглядали питання про виділення з обласного бюджету коштів на проєкт бізнес-інкубатору для учасників АТО та інвалідів. Голова облради, мабуть, вимкнула мікрофон депутата, щоб сказати, що той помиляється. Ми віддаємо гроші своїм рішенням, прошу замітити, без конкретизації суми, тому що в проєкті рішення написано. То есть мы все свои свободные остатки, если вы обратите внимание на это решение, мы тоже можем отправить на эту общественную организацию. Это неправильно, областные деньги отправить на общественную организацию. Шановні депутати, на цю програму направляється 200 тисяч гривень. Микрофон, что такое? Только вам можно тут говорить в этом зале, или что, Виктория Викторовна? Имейте совесть, и вы меня публично оскорбили. Держите язык свой за зубами, мой вам совет, потому что его могут быстро отрезать вам, честно вам скажу. Да. Это не угроза. Я просто вам говорю, подрізати, прямий смисл цього слова. Да. Ми намагались отримати коментар щодо цього вчинка депутата і відсутності належної, хоча б якоїсь реакції його колег, у керівника профільної, так би мовити, комісії облради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації Михайла Талпи. Але, мабуть, в п'ятницю він був заклопотаний під час сесійного засідання, що не відбулося. Можливо, ми таки дізнаємось від нього про те, чому комісія не вбачає у словах Ясинського нічого дивного, але інших коментарів вистачає. Олександр Миколаївич,
Ситуация такая. Вы оскорбили главу областного совета. Не вы оскорбили. Вы угрожали физической расправой именно в момент защиты нашего проекта. И я сейчас, не как руководитель общественной организации, не как атошник, а как мужчина, и от лица товарищей, которые пришли со мной, требуем от вас извинения. Я вважаю, що навіть якщо хтось правий, хтось не правий, але потрібно підбирати слова, тому що це є рівень, це є відповідальність перед своїми виборцями, це є відповідальність перед суспільством. І тому заради того, щоб не надавати такий посил суспільству і людям, що так вже можна себе вести будь-де, я вважаю, що будь-який депутат повинен контролювати себе, свої емоції і підбирати слова. Якщо це, ну, извините, колхар в плохому сенсі цього слова, если это человек, который вырос на рынке, а теперь вдруг внезапно разбогател на перепродаже гнилых яблок, вот пользуясь случаем, и он стал депутатом, и у него образование ПТУ, и семья его не научила говорить спасибо и пожалуйста, и уступать место старику в трамвае, то откуда у него возьмется какой-то просто обычный уровень культуры, не тільки по жінданої в політиці. Це все відображення, опять же, нашого общества. Ланцюгова реакція, а може просто перехід кількості в якість. Депутати, здебільшого це стосувалось вище згаданих двох фракцій, образились на активістів, котрі вимагали від Ясинського вибачень. Працювати відмовились і не розглянули купу питань, в тому числі щодо розв'язання проблем комунального підприємства «Облтеплоенерго». Але про це трохи згодом. Нам треба оптимізація органів місцевого самоврядування, максимальна консолідація, особливо в нинішніх умовах, коли йде обговорення проєкту бюджету на 2017 рік, і Миколаївщина повинна подати свої пропозиції. Коли добігають кінця окремі обласні програми з фінансування соціальних, медичних, освітніх програм, питань, пов'язаних з інфраструктурою. Крім всього іншого, я розумію, що осіннє загострення в окремих депутатів у нас якраз свідчить про те, що хочеться комусь покерувати. Я, ну, такого більш піарного, іноді в пусту сторону совета я ще не бачив. Каждый хочет вот что-то показать, что он что-то значит, что-то понимает, что-то делает. И, конечно же, очень много времени в этом совете уходит пустую. Ситуацію, спровоковану в тому числі його однопартійцями, використав з пропагандистською метою керівник фракції опозиційного блоку в міській раді. К сожалению, мэр проигнорировал эту сессию, к сожалению, мэр не пришел на эту сессию. И очередной раз показал и депутатам областного совета, что вопрос подготовки к отопительному сезону и вопрос запуска тепла – это те вопросы, которые его не интересуют. Згадав Олександр Сінкевича незлим тихим словом і віце-прем'єр Геннадій Зубко. Тоді, коли за дорученням президента мер перебував в Страсбурзі. Голова міський до сих пір в Страсбурзі. Я думаю, що це також важлива справа, да? Але коли починається опалювальний сезон, я думаю, що потрібно бути на місці і займатися безпосередньо господарськими ділами. Його обвиняють не в тому. Мер нічого не може зробити з обленергією, але меру необхідно було працювати з кабінетом міністром і безперервно бити во всі колокола, причому не зараз, а зарані. Далі в програмі Олександр Сінкевич сам відповість на ці звинувачення. А також скаже про те, чому одним з його заступників став представник опозиційного блоку. Цю подію вже і активно коментували, називаючи результатом домовленості між політичними силами та втручання голови облдержадміністрації. Федір Бондар, крапки над «і». Сьогодні гість нашої студії – миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Сам проле світло на кілька найбільш, мабуть, резонансних таких і звинувачень, і, в принципі, питань, які турбували миколаївців останнім часом. Ну, по-перше, щодо опалення. Вас, в тому числі, звинувачували у затримці. Маєте можливість пояснити, що ж це було насправді, чому затримка така була? Добрий вечір, Федор. Добрий вечір, уважаемые телезрители. Я бы хотел сказать, что, ну, во-первых, прежде всего нужно разобраться, да, как получается тепло в квартирах николаевцев. У нас в Николаеве есть две теплопоставляющие организации. Это областное коммунальное предприятие «Облтеплокоммунэнерго»,
точнее, называется «Облтеплоэнерго» сейчас. И второе предприятие, которое называется «Публичное акционерное общество», в котором большинство акций принадлежит государству, это ПАТ ТЭЦ, теплоэлектроцентраль. Эти два поставщика поставляют городу как потребителю тепло. И городская власть в лице городского главы или городского совета совершенно никак не влияет на хозяйственную деятельность, не может назначать или указывать, каким образом, кого брать на работу, каким образом вести хозяйственную деятельность. Мы только получаем услугу и говорим о том, что мы недовольны или довольны. Нужно отметить, что среди 105 там, котельных облтепла 75 принадлежат городу и находятся у них по договору позочки. На сегодняшний день каждая из теплопоставляющих организаций должна заключить с НАК «Нафтогаз Украины» договора, так называемые номинации. Раньше их называли лимиты, то есть фактически заключить договора на поставку газа. 13 октября был всеукраинский селектор, на котором премьер-министр Владимир Борисович Гройсман спросил, как продвигается подготовка к отопительному сезону в Николаеве, и заместитель губернатора Вячеслав Валентинович Бонь сообщил о том, что у наших предприятий, которые одно областное коммунальное, опять же, и второе, не заключены договора с «Нафтогаз». Ну, в этом смысле, что, конечно, премьер-министр отреагировал, что они должны быть заключены до 15-го максимум, и, в общем, на этом все закончилось. Уже 15-го ничего не было заключено, 16-го, 17-го я набрался наглости позвонить премьер-министру и в телефонном режиме объяснить ему, что договоров нет. Не были заключены по вине НАК «Нафтогаз»? Ну, где тормозился? Да, объясню еще, в чем дело. Значит, почему не заключались договора? Договорной процесс велся еще с апреля месяца. Основная идея в том, что наши теплопоставляющие организации получают газ в месяц. Через месяц они должны фактически заплатить деньги. Но только после месяца того, как использовали газ, выслали платежки, и с населения соберут еще деньги через месяц. Также через месяц получится и компенсация по субсидиям, которыми они заплатят за газ. Теплопоставляющая организация. В этом смысле происходит задержка. А по этой задержке в этих договорах, которые предлагались к подписи и которые в конце концов все-таки подписали, есть большие штрафы и пени, что может привести к большой задолженности и к тому, что отключат газ у нас зимой у теплопоставляющих предприятий. То есть фактически борьба шла за правильное подписание правильных договоров. В конце концов, вот подойдя уже к самому отопительному сезону, уже ничего не оставалось, кроме как подписать уже те договора, на которых «Нафтогаз» настаивал. Ну, он тоже перестраховывается для того, чтобы не накапливать задолженность по теплопоставляющим организациям. Таким образом, вот после этого произошло та ситуация, которая произошла. Премьер-министр поручил это вице-премьер-министру Зубко. В то же время я на 5 дней был вынужден уехать, с понедельника я уехал из Украины. Меня указом президента направили в рамках нашего регионального представительства в Совет Европы. И в Страсбурге, то есть фактически вышел специальный указ президента, которым меня направили, и не ехать я не мог, потому что я представлял громаду Украины, есть было региональное и местное самоуправление. Я представлял местное самоуправление, и между прочим, я и Юлия Светличная, губернатор Харьковской области, были избраны еще в должности изданы. У меня вице-президента в комитете текущих дел, поточных справ, а Юлию Светличную в качестве вице-президента в палате региональных представителей. То есть, фактически, находясь там, я вот в телефонном режиме решал эти вопросы. И вот, какую-то, наверное, заминку на телеэфире Геннадий Зубко сказал, что вот это нет газа, потому что мэр в Страсбурге у них. Ну, этим, конечно, непременно воспользовались оппозиционеры, которые раскрутили, мэр укатил в Европу, а тепла нет. Ну, у мэра нету в кабинете такого рычага, который пускает тепло в город. То, что касается нашей подготовки к теплу. Город провел все, что возможно и даже невозможно. Город проавансировал, подготовил авансы для оплаты за тепло. Город помог материальным ресурсам, трубами, топливом, то в рамках нашего, возможно, законодательно, теплопоставляющим организациям.
город взял на себя инвестиционную программу «Облтеплоэнерго» по установке счетчиков. То есть мы должны были от города установить 300 счетчиков, ну около 300, и еще 292 мы взяли вот уже в сентябре месяце, когда поняли, что «Облтепло» плохо, у них плохо дела, и денег они не получат. Мы еще устанавливаем сейчас на сегодняшний день счетчики «Облтепловские». То есть проголосовала сессия, выделили 10 миллионов гривен, и мы сейчас занимаемся этим. То есть все, что возможно и невозможно, мы делаем. Там, помогаем им, там, потому что были запущены... Системы находились под давлением. Сейчас пошло тепло, металл имеет свойство под теплом, под горячим, горячей водой расширяться, и полезли вот эти вот течи, прорывы и так далее. Сейчас копается, все оперативно, эти течи устраняются и запускается тепло. На сегодняшний день, вот заходил к вам, проверил, на сегодняшний день около 20 домов в Николаеве так или иначе являются либо недавно отключенными, либо переподключенными, к теплу, остаются без тепла. Ну, это все мы регулируем, ну, можно сказать, в оперативном режиме, ничего такого, огромных таких проблем нету. То есть сейчас пытаемся запускать. Кроме того, еще раз хочу обратиться к жителям Николаева. Если у вас есть проблема с тем, что у вас, например, один стояк горячий, а другой там холодный, то обращайтесь в 1588 службу, и мы будем реагировать и устранять эти вещи на уровне ЖЭКа. Оставляйте обязательно заявку не в ЖЭК, а туда, чтобы она была проконтролирована. Как-то вот так вот коротко о главном. Ну да, коротко относительно. Главное, чтобы не повторялись такие проблемы в будущем. Вообще отношения с НАК «Нафтогаз», ну, на моей памяти, вот так, первый раз задержка явная была за несколько дней. Ну, вы знаете, мы этого не можем, я как городской голова не могу этого гарантировать, потому что, опять же, не являюсь субъектом переговорного процесса между теплопоставляющими организациями и НАК «Нафтогазом». Единственное, к чему мы должны стремиться, это к тому, чтобы создавать свою коммунальную теплопоставляющую организацию, диверсифицировать эти риски и уже зависеть не от кого-то, от третьей организации, а принимать свои решения, в том числе и кадровые, как и когда мы включаем тепло. Еще одна резонансная тема, тоже на этой неделе, в принципе, она возникла. Это сессия, на которой были решены кадровые вопросы. У вас теперь есть заместители, у совета есть секретарь. Вот. И опять естественным образом звучат где-то обвинения, где-то просто оценки, что это результат определенных договоренностей, если так литературно, менее литературных договорняков. И, собственно, многих разочаровывает тот факт, что один из заместителей представителя оппозиционного блока. Ну, я не разделяю разочарованности или там пессимизма по поводу избрания заместителем Амельчука Александра Андреевича. По одной простой причине, потому что... Ну, о каких договорниках можно вести речь? Я уже говорил на одном из телеэфиров, что договариваться придется, договорники придется проводить, потому что есть фракция оппозиционного блока в городском совете. Всего у нас в горсовете сидит 54 депутата. 27 – это половина. Оппозиционеров у нас 26. То есть не считаться с мнением людей, которые избрали половину городского совета, я не могу. Тем более, ну скажем так, оппозиционеры шли с основным своим таким локомотивом своей предвыборной кампании идеи теплого дома. Я решил предоставить возможность оппозиционерам, чтобы потом они не говорили на выборах, что им не дали использовать свой теплый дом. И мы будем работать с Александром Андреевичем. Ему по подчинению будет, ну, скажем так, направление энергоэффективности подчиняться. То есть фактически он будет заниматься энергоэффективностью и так далее. Вот. Поэтому посмотрим на работу. То есть фактически критиковать и голословно там в чем-то обвинять – это одно. А реально делать какую-то работу на благо николаевцев, ну, мы оценим все вместе его работу. Как они готовы брать на себя ответственность и выполнять какие-то обещания, которые давали перед выборами, а не говорили на следующие выборы, что им не дали возможности эти выборы, эти предвыборные обещания реализовать. Пожалуйста, я, как говорится, даю возможность. Что касается секретаря, то кандидатура, как по мне, очень оптимальная в плане того, что не скандальная, не, скажем, не была засвечена Татьяна Викторовна в каких-то там коррупционных или каких-либо других скандалах. У нее хорошая репутация. И мне кажется, что вот, ну, как бы на позиции секретаря городского совета она как-то сможет вокруг себя сплотить депутатов для того, чтобы уже начинали мы работать на благо горожан, а не просто в сессионном зале для пиара на телекамеру.
Потому что мне очень сложно работать вот с таким депутатским корпусом, потому что все идеи, они наталкиваются на сопротивление, и создается впечатление, что, к примеру, у депутатов оппозиционного блока, у них такое, чем хуже мэру, тем хуже, тем лучше им. А так получается, что чем хуже мэру, тем хуже горожанам, потому что для меня нет округов, на которых там выбрали оппозиционеров, там, или БПП, или Самопомощь, или Наш край. Для меня есть николаевцы, которые я избирался во всех округах. Хочу напомнить, что у нас в Николаеве есть 10 округов, в которых нет депутатов вообще по новому избирательному законодательству. То есть я опекаюсь всеми николаевцами. И для меня мне очень тяжело, мне очень обидно, когда хорошие классные идеи, как улучшить их жизнь, блокируются в депутатском корпусе. Спасибо за участие в нашей сегодняшней передаче. Будем видеться. Всего доброго. Спасибо, приглашайте.